Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала, и кто иногда заглядывает на мой канал. На канале Томаты Бельстем Любовь Светлана. Живу я в Чувашии на Средней Волге. Вот сижу я в первой теплице, где в апреле были высажены томаты. Два раза я убирала уже пасынки, но они из всех щелей лезут, но невозможно. И они быстро нарастают. Два раза поливала, но были такие холода, естественно, не поливала. Вот тепло только сегодня. В теплице, конечно, очень жарко, и мы решили посмотреть с внучкой Аглаей томаты. У нее глаз зоркий, я говорю, чего-то я томаты не вижу. Она говорит, вот томатики, бабуля. Так, я сумею показать. Первые томаты появились на томате Батяня. Он довольно-таки уже большой томат. Не удалось, но на нем томатики уже есть. На других я не смотрела. Томатики уже начинают появляться. Вот месяц после высадки начали появляться, уже завязываться томаты. Цветут очень дружно. Может быть, и на других томатах есть. Но я вот завтра собираюсь работать поподробнее, убрать пасынки, где-то еще довязать, где-то покрутить. И томатик? Только не держи, не. У молодежи-то глазки у них остренькие. Ой, ты, боже мой. Хорошо. Только не трогай ты их, пальчиками не трогай. А где томатики? Я не вижу. Они просто начинают расти. А, начинают расти. Ну, и растут, конечно. Ну, на вот так вот бегом-бегом смотреть, естественно, не увидишь. Присесть, тем более уже солнышко закатывается. Ой, осторожнее, Глая. И хорошее цветение, цветы ничего не уронили в холода. Вот, очень хорошо растут. Ну, я действительно без очков тут не увижу. Вот, действительно, после вот 3-4 недели томаты уже цветут и начинают завязываться плоды. Уже открываю теплицу. Сегодня, вот первый день, открыла теплицу с двух сторон двери. Так, вон там тоже я вижу на домашних сердцах, сердца гансиоровских, вижу томатик. Не могу я пока их конкретно вот показать. Когда будут краснеть, конкретно буду показывать. Дальше, насчет махровых цветов. Кто-то говорит, мы не любим махровые цветы, убираем. Я не убирают. Тут такие были холода. Возможно, от холода есть махровые цветы. Ну, не буду я убирать. Пусть растут. Томат он томат. Люди тоже не все красивые. Кто-то красивый, кто-то обаятельный. О, Господи. Уже внучка очки мне вынесла. Ну, ты боевая. Вот она у меня очень шустрая, конечно, Аглая. Ой, действительно, Аглая, как хорошо видно. Что я раньше не вынесла? До того, как начать съемки, надо было очки. Ой, как хорошо видно, Аглая. Спасибо, доченька. И вот. И теперь действительно, завтра, когда уж уберу пасынки. Ну вот, сразу видно, что пасынки тут убраны. Вот. И они по новой пошли. Ой, не по новой? Ну, растет, конечно, уже пора, да чуль. Уже томатики в середине. Я точно сроки не скажу, после как зацветет первый томат, то есть покраснеет, то через 55 дней, или надо посмотреть поточнее. По срокам я вот по датам так даже не знаю. Я говорю, ну, зацветут какие-то быстрее, какие-то поменьше. Вот это тоже мощный томат стоит. Ну вот ведь сколько пасынков убирали, это какой у меня томат. Алтайский розовый. У него и куст, конечно, очень мощный у этого алтайского розового. И вот листья, мощный лист. Ну и вот, и пасынки, естественно, мощные. Уже вечер, не буду сейчас уже убирать. Все растет. Завтра лучше посмотрим. Но первый томат я увидела на Батяне. Иногда вот какие-то еще ранние сорта бывают. Но Батяне, по-моему, он не ранний. Ой-ой, на домашних сердцах вот какие пасынки выросли. Ну, его я прочитала, что можно даже побольше стволов ввести. Посмотрим.
Он два кустика у меня стоят, по два ствола, наверное, и буду вести. Ну, немножко у меня сбивчивый ролик получился. Мы вышли, увидели томат, обрадовались, решили снять. Внучка бегом вынесла телефон, сбегала, вынесла очки. Но сегодня, конечно, жара стояла. Жара стояла, то есть в теплице жара. А за бортом-то всего 10 градусов, на улице жара. А я в кофте. А? Ты в кофте, конечно. Пока-пока. Но сегодня у меня вот 15 мая первый томат я увидела с внучкой моей. На томате батяне. Пока.